На текущий год Министерством сельского хозяйства для Павлодарской области утвержден план возврата неиспользуемых земель, который составляет 140 тысяч гектаров. На сегодняшний день в госсобственность уже возвращено 70 700 гектаров. Из этой площади 8 600 гектаров представляет собой пашни, 60 800 пастбища и 1300 гектаров – земли иного назначения. 20 600 гектаров возвращено в собственность государства из-за истечения срока аренды. 42 200 переданы по добровольным отказам арендаторов, 4 400 гектаров – в результате принудительного изъятия. В рамках повторного оборота уже вовлечено 18 600 гектаров, из которых 11 900 предназначены для нужд населения. Пастбища мы предоставляем именно для нужд населения, то, которое соответствует требованиям населения. То есть оно должно быть вплотную именно к населенному пункту, потому что же для нужд населения в основном они используют отгонные пастбища, они есть у них, но не хватает именно пастбищ, которые необходимы для маточного поголовья, которое остается дома, при домах, в которых они живут. Вот поэтому сумма такая вот и маленькая. В основном народ требует, чтобы мы увеличивали площади общественных пастбищ, которые примыкают к населенным пунктам. Там нехватка идет у них большая, потому что у всех дойные коровы есть, и вот они их пасут там. По результатам космического мониторинга в текущем году выявлено 502 300 гектаров неиспользуемых пастбищных угодий. Из них 482 200 не имеют скота. При этом низкая нагрузка наблюдается на 20 100 гектарах. До 29 апреля текущего года нагрузка считалась, норматив нагрузки на пастбищные угодья составлял 20%. В связи с изменениями, внесенными в закон о пастбищах и правила пользования пастбищными угодьями, сейчас нагрузка увеличена до 50%. Если раньше, например, на 1 гектар, вот на 10 гектар, вот одна корова на одну лошадь или корову, условно говоря, 10 гектар нужно было, сейчас нам нужно для того, чтобы эта площадь была на одну голову, это уже будет 0,5 гектар. То есть нагрузка увеличивается на пастбище. У нас очень много землепользователей, которые имеют большие пастбищные угодья, но 20% скота у них числится, а большие площади, которые не используются. Вот о чем и гараж Сапоры постоянно нам показывает. На неиспользуемые земли сначала налагается дополнительный налог – 10- или 20-кратные штрафные санкции, вплоть до добровольного отказа от излишков. Либо Департаменту по управлению земельными ресурсами придется подавать иск на такого землевладельца. Мурат Билмажит, Юрий Белецкий и это Сакпарат.